Был роботех. Обиделся. Да все, слазь. Так, 11 метров. Товарищ, обеспечивайте сохранность экспериментальных данных. Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Отлично. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение, Крас. Так. Варюшка дает добро. Так, ну что ты? Все что ли? Больше нет ничего. Так, пункт приема пищи. Что ты, блядь, где-то там запутался? Перчатка. Храст, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Так, короче, пригнали просто так. А Петров вообще защищается, ему все нормально было. Тут прислали майора, и он решил быстренько, короче, всех нахлобучить. Оказывается, отрицательный герой, так как бы не шибко ты отрицательный. Если бы положительный герой бы не приперся,
отрицательный герой не был бы отрицательным, да, и спокойненько бы работал сам себе тут. Развивал бы на благо Родины все вот это вот, херачил бы, нет. Просто засек майора, говорит, все, хана, надо это. Надо, говорит, свои запчасти как-то беречь. Поэтому взломал, походу, всю систему. Так. А курили-то тут часто, блядь. Так, что там, чтобы больше проводить, надо больше знать, ага. Как это утомительно все эти шкафчики вскрывать. Да. Что, еще не все, что ли? Понедельник начинается в субботу. Ваш рюкзак переполнен. Ох ты, бля. А как нам его это? Нафигачить? Это что это? Ключ-диск подойдет для открывания отсутствующей двери. Угу, соответствующий, ну ладно. Карта.